Вышел, говорит, посмотреть, где взорвалось, говорит, обворачиваюсь, а дома нет, оказывается, взорвался мой дом. Поначалу, когда приехали к нам первые переселенцы, это было просто жутко. А почему? Потому что люди покинули свои дома, бывали даже перебинтованные, раненые. У нас на данный момент у нас 160 человек переселенцев. Вот эти женщины сами всегда приходят. А вот по графику, да, они спрашивают, есть много работы, нету. Значит, во-первых, нам поставили много бойлеров в каждый цех. То есть и в мясном цеху, в мучном цеху есть бойлера. Летом у нас котельная не работает, горячей воды нету, поэтому мы нуждаемся в горячей воде. Краны, естественно, при таком объеме работы каждый день у нас мыть нужно, убирать. И краны пришли в негодность из-за воды, которая у нас в системе. Вот. Поэтому это была очень даже хорошая помощь. Спасибо им. Вот.